Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем играть в игру X4 Foundations. Если посмотреть по карте, здесь должны быть какие-то станции, так ведь? Я уже поставил и спутник, но не засекает их. Не могу их найти. А вот смотрите, что нашел вместо них. Щелкая ближайшего врага, я нашел астероид. Ксенонский астероид. Что это? Так, я так долго буду. Ну давай, ускоряйся. Ну давай. Так, походу, будет быстрее. Не понял. Сканировать? Нет. Но проценты у него уходят. Что это за странная такая структура? И почему он именно ксенонский? По-моему, это обычный астероид. Так, давайте мы позовем сейчас дружков. А точнее, мой флот сюда. Так, меня кто-то атаковал сейчас, что ли? Так, вот давайте сюда. Так, подождите, это что такое? Нет. Ладно, не будем делать. Сейчас подлетят, узнаем, что это у нас такое. Так, подлетели мои други. Флот, так, стоп. Shift пробел. Нет, shift пробел. Почему он не выключается? О, приноровился я так, чтобы стрелять с двух точек, потому что на нем не сводится. И... Внимание! Ух уж эти странные ксенонские. Не знаю. То ли телепортация какая-то, то ли просто-напросто... Нет, он, по-моему, разрушился. Ну, какую-нибудь анимацию желательно было бы получше и правду с ним сделать. Так. Астероиды. Ага. Где-то... Стоп. Одна из них исчезла. Одна из точек исчезла. Так. Ладно, смотрим. Астероид. Еще 6. Еще 24 километра. А на карте не отмечаются как постройки. Ладно, скорее всего, мы просто-напросто подлетим и убьем его. А потом пойдем. Вот эта база еще не достроилась. Так, кстати. Да, насчет подлетим. Давайте все сюда. А, нет, это база, все правильно. А этого астероида я не вижу. Так, вы еще не можете ее атаковать? Нет. Тогда идите сюда. Здесь где-то еще одна база должна быть. Скорее всего, это просто тоже астероид. Ладно. И потом можно будет считать территорию зачищенной. И едем дальше. У нас там еще два. Переходя в новый сектор, нас встретило тут небольшое сопротивление. Некоторые, скажем так, эскадрилья, да? Но больше всего меня заинтересовало вот это. Что это у нас такое? Это типа газопровода северного или что это такое? Так. Это даже... Не знаю, это вроде внутри там куски скалы, нет? Так, здорово. А, то есть это не постройка, это какие-то руины, да?
Я думал, это ксенонская постройка. Ха. Так она... Не, я упираюсь в нее. Он не дает мне толком пролететь. Истребитель боевой разведки. И подгружается текстурка, что-то у нее очень слабенько. Это нормальная вещь, по-моему, это китайский. Нет, я, конечно, не силен в китайском, но по-моему, иероглифы вот такие вот вроде похожи. Слушайте, а это нумерация, по сути, наша, да? То есть мало чем отличается. Может, это как и постройка типа а-ля штаб? То есть с другого измерения пришла к нам, нет? Вон, 0.1, 0.3, 0.2, 0.4 отсеки. По крайней мере, таких построек я не видел. Не чтоб я сам мог их построить. Или где-то еще пока не встречал. Хм. И она никак не обозначается. То есть к ней пристроиться, я так понимаю, нельзя. Хотя... Вот здесь, походу, труба лопнула. И оттуда что-то выливалось и сразу замерзало. Из-за сверхвысоких... низких температур в космосе. Так, ладно. У нас тут... немного другое дело, да? Мы сейчас пытаемся найти вот эти вот базы. А потом прыгнуть через врата. Так. Группа. Вы двигаетесь, нет? Так, давайте... Ладно, тогда отмена приказа. Удалить все приказы. Сначала атакуем их. Разбираем, что более крупные и мелкие. Они как бы сами уже... под турельками просто-напросто лягут. Order completed. Order completed. Ну и кто? P. Хочешь эти пи? А ну иди сюда, пи. Здорово. На тебе, под задницу напинаю. В гузну. Вроде правильно сказал. Так. После этого, да, вот сюда. Стоп. Да, идем сюда. Сюда улетел этот шахтерский корабль, и он, походу, там разгружается. Так, что все... Почему не все? Все правильно. Все рвем сюда. Удалить этот приказ и удалить этот приказ. Все рвем туда. Так, ладно, посмотрим, что там будет. Так, прилетев на точку, мы запалили две станции. Одна из них нормальная. То есть мы привыкли к такому виду станций. И сейчас наших мы направили на атаку с ней разобраться. А вот с этой, давайте тоже ее направим. Так, вроде бранчей здесь нету, крупных нету. Так что давайте вон все туда. А я хочу посмотреть, что это. Вот это уже нечто интересное. По-моему, это уже явно не земные технологии. Вау. Пульсирует. Что-то наподобие сердца.
Стоп, я что-то нажал. А, паузу нажал. Ну-ка. Ксетонская станция. Order completed. Мне еще ничего не известно, да? А если... Разблокирована информация 0. Так, это дроны, ладно. Интересно, я могу ее просканить, нет? Какие-то кристаллы. Ну-ка. Так, она повреждается. Это уже радует. Ба! А вот этот вам не похож на бранч модели К? Шапка его, наверное. Блин, вот чем дальше вглубь, тем больше, не знаю, даже не ответов каких-то, а все больше и больше вопросов. Ладно, давайте дождемся, пока прилетят наши. Вот, и уже разберемся с этой станцией. Но то, что она убиваема, мы видим, скажем так, наглядно, да? То есть 99. Ну, давай, покажи мне, что еще можно. Ладно, мои прилетят, тогда и посмотрим. Наш флот прибыл и начал потихоньку выстраиваться, чтобы методично расстреливать данную станцию, которая пульсирует. Если честно, она смахивает на какое-то, не знаю даже, сердце. Так, если мы ускорим, то примерно это займет у нас сколько времени? Угу. Так, ладно, давайте ближе к концу посмотрим. Я буду наблюдать и расстреливать тоже. Ну вот опять. Что произошло? Она просто исчезла. То есть порядка 74%. И ее нету. Это не разрушение. Это что-то другое. Главное, что вот смотрите. Вот в предыдущей, да? В предыдущем секторе здесь были вот эти станции, которые астероидные. Их было аж 3 штуки. Здесь, здесь, здесь и... Да, собственно, по 3 штуки. То есть рядом с защитными они стояли. Они исчезали примерно точно так же. То есть хлоп, и их нету. Я, конечно, думал, что вдруг она и правда перемещается, поэтому вот делал вот такие вот улучшенные спутники. И мониторил при уничтожении, то есть появляется ли где-то на карте еще одна. То есть вот через управление участками, да, появляется ли где-то еще. Но нет, вот эти две станции были. То есть она никуда не прыгает. Так, блин, моего там уже мутузит. Тот, на котором я сидел. Так, ладно, мы сейчас разберемся с ними и пойдем дальше. Не хочу больше на ксенонах особо задерживаться. Я хочу их уже устранить. Так. Вот этот приказ не нужен. А вот их разобрать, это да. Вот эти маленькие, вредные такие. Да, еще надо слетать и всех починить. Ускоряемся. Так, я давайте... Так, ну все, им тут кранты. Дальше у нас вот здесь две станции. Кстати, да, вы заметили... Стоп, весь сектор считается серым, да? Здесь у нас сейчас будет строиться уже база. То есть к ней ведутся.
новые стройматериалы подвозятся. Сейчас скоро придет строитель и уже начнется воздвигать. Я не стал с двух сторон. Я думаю, все-таки мы быстро здесь справимся, поэтому, потому как флот у нас есть. То есть будем уже именно входные дырки, скажем так, заделывать. Зараза. Ладно, поехали. Один фигня. Зачищая остатки бранчи, которые тут летают по территории, он меня привел вот к такой вот штуке. Какая-то цивилизация строила. Обозначений, собственно, нету. Но все те же самые иероглифы здесь, да? И что это за наконечники? Ну-ка, давайте посмотрим. Может, это какая-нибудь жидкость? Нет? То есть из труб выпирающая. Сейчас подлечу в треснусь, она, не знаю, разломается. Не-не-не, стоп. Это очень похоже, знаете, на что? Вот, ну, не знаю, по крайней мере, вот по таким вот продолговатостям. В X-Rebirth я видел... Нет, это явно не то. Но где-то вот эту постройку видел. Тоже вот так вот. Три этих, три палки и... Выстраивается. Очень похожие постройки я там видел уже. В X-Rebirth была локация такая пустынная, да? То есть вот я там как раз-таки отстраивался, когда играл. Там было вот около солнца такого довольно-таки жаркого, большого. Все на их фоне там выстраивались, сектора были. Тоже вот они вот были такие вот продольные. Ну, протяжные, скажем так. И все цеплялись за один... Так, не знаю, по-моему, сейчас я никакой информации об этом не получу, но, по крайней мере, у нас хорошая новость, у нас вот ксеносская защитная стала доступна для уничтожения, поэтому сейчас мы слетаем и вот эту, ну-ка, кстати, покажите мне, что здесь можно. Да блин, они вон что делают. Кто это пришел? Правильно. Они отстраивают, отстраивают, отстраивают. Те сделали заказ, сейчас эти пришли. А атаковать я еще не могу. Сейчас вот идем сюда, потому что у этой, по крайней мере, видите, второй фрагмент появился, и ее теперь можно атаковать. У этой, сейчас можно посмотреть, один фрагмент. И, скорее всего, он только строится. Поэтому атаковать ее еще нельзя. То есть она как бы не считается еще полноценной. Вот. Ничего страшного, сектор уже мой. И этот сектор уже мой, то есть квадратик теперь мой. Теперь у нас здесь еще есть вот эти ворота, прыжковые ворота. Мы к ним подойдем сразу после уничтожения вот этой вот базы. Но меня все-таки очень интересует, то есть вот что... Это за покинутые станции? Кому они принадлежали? Есть, конечно, идея, да, то есть если ксеноны, это, скажем так, бывшие колонизаторские корабли, то есть вероятность того, что это как раз-таки их первоначальные постройки, да, то есть они приехали сюда, здесь выстроили данные эти, по крайней мере, ни жилых модулей, ничего я не вижу, то есть какие-то добывающие, потому что им-то жилые не нужны. Ух ты! Вот, но что-то потом произошло. В их коде, скажем так, да, и они посчитали то, что помогать нам больше не стоит. Вот. Так что, если это было довольно-таки давно, то, скорее всего, есть вероятность того, что это как раз-таки чьи иероглифы, те и ксеноны. По-моему, мы нашли виновников. Ну ладно. Увидимся в следующем секторе. Там какая-то матрица вроде, да? Итак, мы подошли к последнему... К последним вратам, точнее, к вратам в последний сектор ксенонов. Эти ксеноны у нас можно считать зачищенными. Здесь они, вот видите ли, выстраивают опять свой мерзкий бункер. Вот, но...
например, союзники начали уже сюда прилетать. Начали отстреливать здесь. Так, стоп. Суяку. Так, я тебя сюда пришвартовал, чтобы ты мне... менеджера сюда скинул. Полный список экипажа. Обслуживающий персонал. Давай опытного. Так уж и быть. Связь. Да, ты можешь мне помочь. А именно, если ты поставишь сюда менеджера. Отправь мне одного, пожалуйста. Спасибо. Так, теперь... так как он отправился, сюда ты уже можешь стыковаться? Нет, да? Значит, здесь мы еще ждем, пока у нас достроится. Едок. 3 минуты осталось. Здесь что нам нужно... Чтобы база нормально функционировала, нам нужно порядка, давайте, не знаю, 40 торговых дронов, 140 боевых, ремонтный, ну, 50, и добиваем до конца. Теперь он будет закупаться. Легкая самонадеющаяся ракета. И давайте... Блин, я вот даже боюсь, конечно, тяжелые закупаться, потому что... Истребители, когда летают... Не, вот так. Вот, пусть будет так. Все, теперь функционал этой базы... Я за него теперь не переживаю. Смотри, бодаться полез. Умник тоже мне. Так. Стоп, у тебя проблем-то здесь нету? Все оплачено, так ведь? Да, еще остались даже бабки. Так, отлично. Значит... сюда запустил разведчика через этот, как его... Как видите, туда торговые, шахтерские корабли все туда лезут и лезут. Вот, я отметил, чтобы он, так сказать, уничтожал. Он мне сразу запалил вот этот. Встретили его довольно-таки жарко. Вот, там целая такая вереница за ним ехала. Сейчас мы будем входить и наказывать, скажем так, мстить. Я, конечно, не очень мстительная натура, но все-таки за своих. Так, начнем мы, наверное, вот с этой дальней. Атаковать. То есть множественные цели. Как-то так. Здесь у нас самая крупная верфь стоит. И так, здесь у нас, наверное, обычная, да? Но вот здесь очень много будет этих... маленьких истребителей. Здесь по одиночной секции. И вот здесь еще у нас будет раз и два. Так. По-моему... Нет, да, мы такие, с такими знакомы. Вот это меня интересует что. То есть, ладно, вот эту секцию я уже видел, вроде как. Хотя... Да, не, все правильно. Я эту секцию видел. Просто нестандартная постройка. Вот эта секция, да, вот она и есть. Круголя. То есть обычно у нас как она выглядит? Вот она. Да? Вот эти круголяшки выстраиваются. Но вот это вот мне и пока неизвестно. Ладно, мы увидим. Так, все пошли в атаку. Давайте я подожду, пока первые зайдут, чтобы не быть, скажем так, танкующим. Первый есть. Ему там сейчас, наверное, сразу жарко становится. Так, ладно. Так уж и быть. Так, ну что? Ну-ка, выключим. Чтобы как-то пояснее это рассмотреть. Смотрите, что это такое? Это не обломки какие-то. Так, сейчас здесь должна быть жара. Так, еще одни такие постройки, да? Только есть уже, по сути, покрупнее. Какие-то трубопроводы. Вот там жара пошла. С 7 километров я вряд ли это сделаю.
Ближе, 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 ближе. Так, пятишка. Ну давай, хоть один подними, ему сразу щит вынесет. Во! Чё, не нравится? Пи, где ты? Давай, нахлобучиваем, нахлобучиваем. Так, у меня все турели правильно стоит? Да, правильно стоит. Так, понятно. Блин, там тоже вон в туманности. Еще какие-то постройки. Я сейчас боюсь от своего флота отдаляться, потому что видите, да, что сейчас творится на экране? Поэтому надо сначала как-то зачистить эту всю территорию. Ладно, давай пока тебя возьмем. Пи. Там мелких там... Пока дошвыряешься. А вот эти как-никак несут больше угрозу, чем те маленькие, потому что эти аравой могут и покоцать мои. Пи. Еще один пи. Во. Еще один пи получил поже. Да. Немезит, конечно, не хватает. Столько лучей сразу в него. Так, а вы что, вообще занимаетесь ею, нет? Занимаетесь, да? Молодцы. Извините, что наорал. Думал наехать, а нет. Пи! Эй, пи, лови! Воу-воу, погодь. Что-то как-то странно, он прицеливается, не? Во, начал попадать. И бум. Блин, один кусок. 78. Так, ну что, наверное... Первый это я расколбашу. К верфи, наверное, я включусь, да? Чтоб вы это уже прекрасно, наверное, видели. Все эти базы. Мне вот интересно еще та, что в конце там находится. Добиваем мы тут ксеновский порт. Перестали, скажем так, появляться их кораблики, потому что вот этот сектор у них взорвался. Вот. Я все хотел посмотреть, сколько же у них там, блин, их будет вылетать и вылетать. Да, они там прямо появляются, скажем так, в реальном времени. Вот. Крафтятся паразиты. И сейчас, пока наши ребятки достреливают, я хочу посмотреть, что вот все-таки вот это такое. Почему-то отмечены как акведуки. То есть, смотрите, да? То есть, я сейчас правильно направление смотрю? Где мой корабль-то? Вот он. Нет. А если я буду смотреть... Ну, допустим... Включить навигацию, да? Ну-ка, давай. А, это все-таки акведуки. Да. Но что они значат? Так. То есть, смотрите, на карте они обозначились как вот акведук, акведук, акведук. То есть...
если мы сейчас посмотрим в эту сторону. Получается, да, вон там вдали. Я сначала думал, что вот эти... как их лучше назвать? Сталактиты, сталагмиты, в общем, какие-то сосульки висящие. Что это какие-то корабли. Смотрите, да, то есть какой-то определенной формы. Но это астероиды. То есть это не искусственные, скажем так, технологии. Это в космосе выстроенные такие вот астероидные, не знаю, даже облако, или как это так вот назвать. Ну, странные, конечно, причудные формы. Висящие просто-напросто в воздухе. А вот что там такое? Там тоже то же самое? Ну-ка, можешь разогнаться? Ну давай, 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 давай. Наши там уже сейчас порт добьют. А мне вот жутко интересно. Пока они, кстати, добивают... позанимался тут своими делами, то есть мне там в сообщениях написали, что со станциями будут проблемы. Я так понял, имелись в виду станции паранидов и тому подобное, и что там нужно затариться. И я, кстати, подумал и вправду. И то есть если у меня кораблики-то... если я их буду уничтожать, то строить мне будет негде. Слушайте, это может просто-напросто... Сейчас он как астероид, да? То есть... Но они просто все идентичные своего рода. Они не могут быть в прошлом, не знаю, какими-нибудь кораблями, а потом покрытые как в этом... Как будто в воде кораллами, да? А здесь, например, не знаю, каким-то каменным налетом. Правда, сколько это времени должно пройти? И... Ну-ка, ну-ка. Мне кажется, или... Это сейчас неправильность текстурки у меня как-то так отображается. И либо это реально какая-то грязь. На каком-то... Да ну не. Это просто так текстурка налеплена. Да. Да-да-да-да-да. Это налеплена так текстурка. В некоторых местах она прям разбавляется. Это не грязь. Хотя... Вот один бы механический элемент бы сейчас выполз бы. Вот здесь вот очень похоже, да? При определенном падении света. Так, ну нет. Это просто-напросто такая вот... растянутая текстурка на стыках. Так, чё? Как у нас тут делишки-то? Так... пока наши допиливают. Думаю, может напакостить. Сломать их эти. Хранилище. Кстати, вот в некоторых станциях, которые только появились, да, у них еще полные там склады, им завезли. Вот. Очень сложно, скажем так, перестрелять дронов создающих. Но если их, например, решить ресурсов, то, по-моему, у меня опять получалось это быстрее. Но это мое субъективное мнение. Вот, возможно, оно неправдиво. Так, кстати, да. Вот наши уже, кстати, почти-почти допилили. Ну-ка. Разверните меня вот в это направление, пожалуйста. Это тоже акведук, да? Да. Тоже акведуки. И теперь тогда в эту сторону. Ну да. Что они здесь строили? Что они такое планировали здесь? Я, конечно, без понятия. Ну-ка, давайте мы проверим вот таким вот образом. То есть направимся сюда, да? А сами сейчас вот возьмем и выставим еще
один аванпост, закрывающий. Кстати, сейчас при налете на порт погибло у ксенонов жуткое просто количество этих. Как же их называть-то? Так, прошлая база, там их не мешается немного. Не-не-не-не-не-не, не повернуть. Вот таким вот образом, да. Сойдет. Далее. Аванпост. Назначить. Давайте кого-нибудь назначим. Кто сюда рискнет прилететь? Так, вроде по деньгам у меня сейчас есть. Не особо. Немезиды заказаны. Кстати, что там с моими немезидами? Стоп, это что? Все, подтвердить. Так, немезиды. Порядка 16, да? Нет. Неполный заказ еще выполнили. 4. 4. А, да. 16. А это у нас защитники. Это вот у сопов не хватает. Ну и ладно. Если что, потом откажемся, да и... Вот. Энергообеспечение пришло, да, то есть, и уже получает люлей, просто в круг влетая. Так, потом с тобой вот разберемся. Сейчас не буду использовать агрессоров, то есть, ну, немезиду, потому что у них здесь щиты полетят. К черту. Так, а вот потом с тобой обязательно разобраться. Ну-ка, покажите мне этот акведук. Мне кажется, или он отличается от того, что мы в предыдущем секторе видели? Так, ну-ка, ну-ка. По-моему, он... Нет, ну, давайте сейчас подлетим туда. Хотя там, может, просто свет не так падал и тому подобное. Но здесь как-то кажется больше, что он поживее, что ли. Хотя черным обмазан. Здорово будет, если разработчики потом к этому месту прицепят какой-нибудь этот... квестики и тому подобное. А я тут все к чертям снес. Ну и ладно. Акведуки. Зачем в космосе акведуки? Кто-нибудь в курсе? Так, ну что там? 11%. Ладно. Так. Вот еще, наверное, туда слетаю, посмотрю, что-то такое. Там более громоздкая конструкция. Вот. Блин, они тут везде. Даже я вон смотрю. Ага. Акведуки. Так, потом у нас вот эти две базы унесем. У нас есть сейчас... Так, одна скрытая. Это у нас что здесь? Астероидное поле? Так, надо разведать вот эту. Обязательно. Это не обозначено таким вот образом, да? Так, а кем? Кем? Ладно. Снесу вот эти, подойду к этим... А на верфи у нас опять здесь будет куча взлетных. Там еще у них, смотрю, бранчик вроде как готовились, по крайней мере, когда я туда подлетал. И потом уже пойдем посмотрим там, что такое у нас творится. Так, сейчас я еще только обзову вот это. У нас ксенонский аванпост, ксенон 9. Ага, вот этот не обозван. Информация. Аван... пост. Ксенон. Этот 10. Это вот, чтобы потом не путаться, когда бабки раздаешь. С фабрики, то есть, ну, то есть, со штаба или что. Вот. И вот этим достаточно, там, не знаю, по 2-3 миллиона я им кидаю. Вот, чтобы они затаривались именно едой. Ну, особо у них не проседает. Так, это... Блин, 10, 11... Ладно, пусть будет 13, если что, вставлю. Не понял? 13. Странно. Одиннадцать. Все.
забыл КС поставить. Так, что у нас тут, ребятки? Долго мы еще пилить эту фабрику-то будем? Кто вот сейчас притащил им ресурсы? Или я не дострелял? Наверное, я не дострелял. Так, а если мы ускоримся? Бах. Кстати, видел, как вот взрывается, да, и сразу же она становится, как бы, как будто только достроилась. Потом еще раз взрывается. В общем, в предыдущем секторе было, ну, очень проблематично убивать. Проценты скакали от 10, 9, 8, хопа, 12, 11. То есть вот таким вот, да, то есть откуда брались... Несколько раз видел, как вот одна становилась целой, потом обратно, потом опять. То есть, довольно-таки объемное количество взрывов. Так, ну ладно, тут уже видно, да, что мы уже как бы допилим. Вот. Потом уже, наверное, на этом, около главного порта включимся, где будем, можно сказать, уже практически праздновать победу окончательную. Бабах! Так вот оно, что это значит. Смотрите, это какой-то элемент солнечной батареи, я так понимаю, да? Забавно, оно с этой станции, где нету дока. А, хотя нет. Ой, это еще что такое было? Это какой-то сектор прям жуть... Не знаю, он меня, периодически меня даже выкидывает, игра крашится. То есть, когда я телепортируюсь между кораблями. Да, солнечная электростанция. Собственно, и хранилище. А, ну, defense drone. Ясно. Так, оно от... Отстали от меня. Так, ну, загадка разгадана. Это всего лишь навсего солнечная панель. Остается дело за малым. Расколбасить к чертям вот эту станцию. Здесь никаких приблуд. Это тоже быстро. Ну и самое сладкое. Последняя верфь. Эх, жду не дождусь. Ну, вы увидите это быстрее, чем я. Точнее, вам ожидать меньше надо будет. Так, у нас началась заключительная стадия. Именно разбираем мы последнюю верфь. Больше верфей ксенонов у нас нету. Так, а почему-то, кстати, она даже... Стрелять будешь, не? Начинай на меня агрессировать. Эй, ты. Ну, уже что-то. Кстати, здесь, в этом секторе, уже нету этих плазмов, ну, то есть, вредной среды. То есть, по сути, мы можем позвать сюда... Ага, взлет прошел, то есть, дроны повзлетали. Слушайте, давайте и вправду, немезиды. Давайте под одно крыло. В смысле, а почему под бегемота-то? Под немезиду. Отменить назначение. Отменить назначение. Ты отдельное звено. Давай.
летите сюда помогать нам. Атаковать множественные цели. Давай. Бах. Турельки так и не смогли выстрелить. Не знаю, с чем это связано. И... сколько этой платформе нужно? Ага. Они что, патронами не закупились? Или что, энергоэлементов в них не хватает? Так, ладно. Давайте, наверное, дабы эпичность момента запечатлить. Отлетим сейчас на дистанцию. Я не знаю, правда, дадут мне вот эти дроны или нет. Скорее всего, с ними будет трабло. Попробовать это все в быстрой перемоточке. Нет, что-то да. Дроны. Дроны постоянно бьют. Поэтому не дадут. Ну, сейчас через некоторое время крейсера с ними разберутся. Там уже еще и плазма подлетит. А, красота-то какая. Да ничего страшного. Как-нибудь переживу ваше попадание. Почему она... она не агрессирует? Вот это мне странно. То есть вот на этих штуках мы помним, что довольно-таки большое количество турелей. Сейчас эти турели выключены. Может, они поняли безысходность? Так, где у него там? Наводитесь. Ну. Хлобысь. Еще одно попадание. Конечно. Ну да, пока вот они не расправятся со всеми дронами. У меня, наверное, не включится сувка. Так, а что у него по поводу? Да, все это, все отлично. Как мы можем видеть, у нас бранчей здесь готовых нету. Пока мы били вот здесь вот базу, к нам один бранч прилетал, мы его разобрали. А ну-ка. Не, не получается. Ну да, я на тебя развернусь. У тебя осталось-то там всего. Все, они же все покоцаны. Так, стоп. А. Что-то не хотел он мне стрелять. Ну-ка, стреляет, стреляет. Ты чего ко мне пристали-то? Жалко, у меня немезида эти пульс, ну, импульсники сломались. Так было весело дронов мочить с них. Так вот ждешь, пока попадет, а там хлоп-хлоп, целая пачка патронов влетает и все. Await
Что, я смогу включить? Нет? Походу. Вот она, последняя эпичная битва с ксенонами. После этого, я думаю, что мы тут сделаем? Мы уже здесь этот аванпост выстроили, то есть вот у нас там довольно-таки туда. Почти-почти заканчивают, да, там. Правда, еще только половину, только выстроили. Так. Знаете, как быстро сделать так, чтобы они все перестреляли дронов? О, кстати, да, наши пришли. Для этого делаем, например, вот Немезида, телепортироваться. Погоди, пока прыгать. Включаем сувку. И компьютер начинает обрабатывать, ну, то есть, с дронами ситуацию. Причем, скажем так, в мою пользу вообще. То есть, смотрите, дроны не двигаются, жизни поочередно, то есть, у них у всех уходят. То есть, например, мы сейчас берем, делаем вот так вот. Стоп, а почему? Почему вы висите на бегемоте? Роль по умолчанию. Немезида, отменить назначение. Отменить назначение. Вы отдельный. Все. То есть... Нет, не все. Погоди. Ну-ка, это поможет? Не поможет? Кто... Кого попросили? Дропнуть карго. Ладно, в любом случае. Так, отключаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дронов нет. То есть вот таким вот макаром, да, то есть он просчитывает. Причем в мою пользу. Если там тогда не могут попасть. Ну или, то есть, ну, лететь самому на каких-то более, скажем так, шустрых корабликах. Да, ничего страшного. Что, сейчас, может, попробуем быстро перекруточки? Дрон. Жахните по нему кто-нибудь, пожалуйста. Спасибо. Все, вроде на карте больше пока нету. В заключительной стадии пришлось все-таки помочь моим другам, точнее моему флоту, разобраться с некоторыми элементами, в которые они попасть так и не могли. Остался 1%. Так, что-то я потерял, где он у нас? Где живой-то еще остался? А, ну да. Самая толстая, блин.
А, ну здорово. Так. Это я первый начал лупасить, но мне что-то поднадоело. Другие элементы быстрее. Я думал, ее уже снесли. Перекручиваем заряд. И... Че, последний? Не последний? Да ладно. Все. Ну давай. Красиво, сделай это красиво, пожалуйста. А... Стоп. Я думал, она у меня из прицела упала, то есть она отсюда ушла. Что якобы все? Жутко толстая фигня. Все, вот теперь, ну-ка, давай, красиво, красиво, бум. Ну, да, красиво не получилось. Эпичности последнего элемента не было. Но... Собственно, сам факт того, что... Ксенонский сектор теперь не ксенонский. Стопэ. А почему он не перекрасился? Ладно. Видимо, ну, нужно время или что ж такое. Здесь у нас с предыдущим сектором тоже такая тема была. Возможно, просто вот эта база, она же, ну, как видите, да, они еще висят. Некоторое время им нужно, чтобы вот они исчезли, вот эти руины. Вот, например, вот как тут, тут... Возможно, наши кораблики просто-напросто отойдут, и дело будет сделано. То есть, он перекрасится. Здесь вот пришлось, например, постараться, то есть потерпеть. Вот. Сейчас надо будет следить за тем, чтобы просто-напросто не появлялись новые базы. Вот, и... все. Ксенонов на нашей карте больше нет. А теперь... Мы займемся кем? Да, правильно вы подумали. Мы займемся тем, кто спонсировал этих ксенонов. То есть, если, например... Стоп, хат. А как надо прописать правильно? Да, вот так хватает. То есть, хатика, да? Хатиква. То есть, вот у них станция здесь. Две станции у них вот здесь. Три станции здесь, в нейтральных секторах. Я вот еще не знаю, как это скажется на мне, то есть, когда я начну их, скажем так, выселять с их насиженных местечек. Вот. Кстати, в моем секторе здесь хатиква нету. Есть, есть. То есть, просто начнем даже вот здесь. А, если, предположим, мы... Стоп, почему? Неправильно. Мои-то корабли должны отмечаться. То есть, к примеру, если мы атакуем. Атаковать, множественные цели, стыковаться. То есть, абордажа нету. Да, то есть, там был вопрос задан, можно ли станции абордажить, как и корабли. Нет, их нельзя. Ксенонские корабли вообще ни корабли, ни станции нельзя. Потому что у них просто-напросто функция, если даже, например, нажимаем, к примеру, сейчас я вот на кого-нибудь допереведусь. То есть, если вот мы здесь делаем борт, да, вот, и выставляем с ксенонцами, мы такого сделать не можем. То есть, видите, да, то есть мы проставляем на каком, на какой стадии это делать. То есть, каждую стадию. Stage 1, Stage 2, Stage 3. И начать операцию. Начать операцию у них неактивно. Вот. Поэтому нельзя у них захватывать. Так, ребятки, сейчас мои
полетят, во-первых, здесь вроде чисто, вроде даже спокойно. Помогут разобраться вот с этой. Ее можно уже атаковать? Да, ее можно атаковать. Потом разберутся вот с этой, так как у нее хпшки уже появились. Вот. Расставим несколько спутников и пойдем готовиться. Закажем еще, я думаю, этих. Немезид. Начнем мы с Хатиква. О, наконец-то станции начали работать. То есть, вот видите, да? По 10 миллионов у них. Им в хорошем плане этих торговых кораблей бы побольше. Детали корпуса. То есть я вот оставляю им постоянно по где-то 2-3 миллиона. Штаб-квартира. Молодцы, хорошо поработали. Так, 153. Усилим еще флот. Ну, возможно, купим торговых кораблей для наших станций. Но это уже будет все в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Let's the battle begin.